Доброго времени суток, ребятки! Сегодня я решила вам сделать видео, где я показываю, как мы берем топ в тренировке лагеря по спасению жителей. Приятного вам просмотра! Итак, для начала первое, что мы берем еду на плавание. У меня это леденец. Следующим идут броня и буксировщик. Также советую изначально определиться, кто с кем будет в команде. То есть, грубо говоря, на один вертолет по два человека. Один на вертолете, другой спасает людей. Пары составляются таким образом. Первый человек, который зашел в команду, будет на вертолете с тем, кто зашел в команду за ним. Аналогично происходит с третьим и четвертым игроком. После начала испытания, тот игрок, кто находится на веревке, в середине своего спуска застревает. Поэтому не пропустите этот момент и быстро нажимайте на кнопку «Опуститься». Ее действие делается только один раз в самом начале. То есть, когда второй раз вы опускаетесь за заложниками, за жителями, такого делать не надо. Если вас накрыла волна во время того, как вы поднимаете жителя, не шарахайтесь, скооперируйтесь со своим напарником, и он просто вас поднесет к этому жителю. Второй раз вас уже не снесет волна. Далее опускаемся все в одну точку и быстренько на буксировщиков доплываем до самолета. При этом изначально определитесь, кто будет какого заложника доставлять до лодки, так как из-за этого может возникнуть путаница и потеря, соответственно, времени. Также договоритесь, кто из вашей команды останется и будет отстреливать лодки, пока другие берут заложников. Следовательно, тот, кто отстреливал лодки, берет самого ближнего заложника. Как только вы взяли заложника, ведите его посередине крыла самолета. Не бойтесь проходить через огонь. Когда подойдете к лодке, поверните заложника на 90 градусов, то есть перпендикулярно лодке, и заводите его. Останутся пустяки отразить атаку имперских войск и вовремя нажимать на стрелочки, которые будут появляться, когда на вас идет волна. Так вы можете вообще на расслабоне проходить данную операцию и занимать топы. Кстати, за топ даются формулы. За топ-10 – 100 формул, за топ-3 – 200 формул. Так что очень прибыльная штучка. Рейтинг обновляется каждую неделю. А теперь давайте посмотрим, как выглядело данное спасение со стороны моих сокланов.
Ну что ж, пришло время подводить итоги. Давайте разберемся, какие предметы вам потребуются. Приготавливаем еду на скорость пламени, у меня это леденец. Берем буксировщик. Берем баллоны с газом. Также запасаемся броней на скорость плавания. У меня это броня от циклана, от ману, вот, со скидочкой, соответственно. Снайпу или огнестрел для отстреления врагов. Собственно, вот такое видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!